Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами Константин Белый. Я продолжаю рассказывать о выборе печи для бани. Большой вопрос, который, как говорится, осветить в одном видео невозможно, потому что наши видео короткие. Это чисто ответы на те вопросы, которые вы задаете. И вот один из вопросов – это установка печи в бане. Люди спрашивают, где лучше всего поставить печь в бане. Ну, все зависит от конфигурации самой бани, от возможностей. Допустим, можно рассмотреть такой вопрос. Парное помещение, которое встроено в какую-то баню. Вот оно будет или в центре там баня будет, кажется, оно в центре, в комнату отдыха выходит. Топить, допустим, с комнаты отдыха или с предбанника, или еще откуда-то. Поэтому вот вариант, когда печь стоит фактически на входе. У нас дверь, где-то мы здесь заходим. Здесь, получается, мы стараемся печь отгородить. Здесь у нас в торце полки, и поэтому печь занимает левый угол, или там зеркально правый угол. В таком случае, организовывая вот сюда приточную вентиляцию, вот сюда вытяжную вентиляцию, мы создаем нормальные режимы и потоки воздуха, нормальное парение, и вот такая установка печи является очень удобной. Она фактически самая распространенная. Есть другой вариант. У человека нет возможности вывести топку печи в помещение. Вот, допустим, стена бани наружная. И печь он ставит, чтобы топилась она отсюда. Можно, конечно, ее развернуть было бы и вот так вот. Печь вот здесь вот она топилась, вот здесь заходит. Тогда у нас получается ничего не меняется с вентиляцией и все нормально. Если, допустим, она будет топиться не с помещения, а снаружи, из-за стенки. Вот тогда и вентиляцию мы сделаем отсюда, и приточную. Но очень часто у людей, как говорится, происходит что? Они, боясь того, что им печь вот здесь может помешать на входе, из-за маленьких детей и все, они ее загоняют в дальний угол. Что, чем чревато вот этот вот возможность, как говорится, для работы? Тем, что у нас получается чаще вот эта наружная стенка и вот эта наружная стенка. Вентиляция. У нас получается здесь сделаем приточную вентиляцию, а сюда на полок мы не можем сделать здесь вытяжную вентиляцию, потому что вентиляцию делаем вот здесь. И у нас идет по короткой вентиляция бани. И у нас получается эта часть застойная. Она и для парения неудобна, и для просушки потом парного помещения. Поэтому вот здесь уже начинается у людей мучение, как им вентилировать вот эту баню. Ну, как говорится, может быть вариант, что коробом исполнить, вверх исполнить. Но вот это вот самая сложная установка. Вот такая, если она снаружи и сюда, она более удобная. Вот. Есть еще вариант, когда печь становится внутри, топится изнутри. Это самый тяжелый вариант, потому что весь воздух, который находится в парном помещении, начинает фактически участвовать в горении. И печь пропускает через себя все. Получается, что мы через печь прогоняем влажный воздух. У нас больше всего начинается, как говорится, конденсата в дымоходной трубе. У нас в парном помещении здесь и дрова, и там зола какая-то, и в начале растопки дымок может быть, что тоже не всегда удобно. Такая установка, ну, в крайних случаях.
хотя она имеет место, и многие отказываются от того, что не хотят. Только вот, говорят, мы по старинке привыкли топить, и вот у нас два полка слева-справа, мы печку топим, и все. Понятное дело, что печь топить вот тут возле дверей они не хотят, им неудобно. Вот. А вот здесь в торце им самое удобно, самое, как говорится, как считается практичным. Но сюда мы должны огромное количество воздуха подать, чтобы его хватило и на горение, и на дыхание. И вот где-то вот здесь, опять же, если два полка, очень сложно сделать вентиляцию вытяжную. Когда один полок, это проще. Мы делаем под полком и все это вентилируем. Поэтому при установке печи нужно в первую очередь со специалистами посоветоваться, чтобы они вам порекомендовали не только в плане вашей парной, а полностью в планировке бани, где у вас будет там парная, здесь она будет, или вообще вот, как говорится, на входе будет парное помещение, такое бывает. Поэтому как планировка сложится, так и установка печи сложится. В зависимости от установки печи происходят, ну, кажется, все остальные, даже помывочное помещение удобно располагать. Ну, допустим, многие располагают помывочное помещение за стенкой, там, где выходит вытяжная вентиляция, чтобы эта вентиляция соединяется с помывочным помещением, с помывочного помещения выходит наружу. Вы этим самым воздух, который уже перегретый, идет в помывочное помещение, отдает там температуру и уже уходит на улицу. Поэтому установку печи в каждом отдельном случае. Мы всегда открыты к вашим вопросам, и мы всегда готовы на них ответить и помочь вам выбрать нужный для вас, нужную схему, нужный вариант. Пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем.